Сегодня мы хотим поделиться с вами принципами молитвы. Это изменит вашу молитвенную жизнь и поможет находиться в присутствии Божьем. Где лучше всего искать это? Чтобы войти в Божьи дворы, мы должны посмотреть на фундаментальное учение нашего Господа Иисуса Христа. Сам Иисус говорит нам об этом, и эта молитва «Отче наш». Я прочитаю вам Евангелие от Матфея, 6 главу. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Дерек, как ты думаешь, что Иисус имеет в виду? Это очень интересно, потому что мы не видим подобного в других молитвах Библии. Да. Я имею в виду молитвы других людей. Но здесь мы видим Иисуса. В Евангелии от Луки говорится о том, что ученики попросили Его «научи нас молиться». Это учение о молитве, которым Он делится. Это не просто молитва, которую стоит повторять. Иными словами, «молитесь же так» означает, что это Он дает нам шаблон, которому нужно следовать в молитвенной жизни. Вопрос не в том, чтобы просто повторять эту молитву с другими. Это Его шаблон для наших молитв. Вот почему Он так важен. Интересно, что здесь говорится о том, с чего начать. Это ключевой момент. «Отче наш, существующий на небесах, да святится имя Твое». Мы начинаем с хвалы и поклонения, а не с исповедания наших грехов. Можно подумать, ну, мы же должны исповедаться в своих грехах перед тем, как будем делать что-то еще. Но на самом деле нет. Это возможно благодаря безусловной благодати Божьей. Он простил нас, если мы Его дитя. С этого и начинается молитва. Она напоминает нам о том, кто такой Бог и кто мы. «Отче наш, существующий на небесах, Ты мой Отец, а я Твое дитя. Я в Твоей семье. Мне прощены мои грехи. Меня сделали праведным. Я в завете с Тобой». Вот с чего мы начинаем. И хоть я не совершенен, хоть я и согрешил, часто мы даже не знаем о том, когда мы согрешили. Но даже в таком случае я могу прийти к Нему, как к своему Отцу, зная, что Он любит и принимает меня. Он приветствует меня в Своем присутствии. Даже ребенок, который согрешил против своего отца, придя и сказав: «Папа, я люблю тебя», отец его никогда не оттолкнет и не скажет: «О, ты согрешил». Нет, он примет его, и тогда ребенок сможет сказать: «Папа, прости». Мы начинаем нашу молитву не с исповедания нашего греха, но с хвалы. «Отче наш, существующий на небесах». Да. Мы подстраиваемся под благодать Божью. Мы приходим в это тайное место, где Бог любит и принимает нас. Возможно, вы держались подальше от Бога из-за угрызений совести. Вы боитесь прийти к Богу. Вы думаете, что Он отвернется от вас, не выслушает вас. Но это неправда. Вы должны прийти и сказать: «Отче наш, существующий на небесах, да, я согрешил, но я прихожу к Тебе. Я люблю Тебя и поклоняюсь Тебе». Вот как мы начинаем нашу молитву. Если мы не знаем о благодати Божией, то мы молимся, как язычники. Мы думаем, что Бог далек, и что мы можем достичь Его с помощью молитв, и ситуация улучшится. Но это не так. В первую очередь мы должны войти в Его дворы с благодарением. А когда мы приходим в Божьи дворы, под Его благодать, молитва начинает работать так, как нужно. Ведь для того, чтобы наши грехи были прощены, мы сначала должны прийти в Его дворы и получить прощение от Него, получить насущный хлеб, помощь. Для этого нам сначала нужно войти в Его дворы. Тогда мы будем знать, что Он прощает нас. Наша молитва начинается с того, что мы обращаем взгляд на нашего Господа. Мы говорим: «Отче наш, живущий на небесах». В противном случае мы можем молиться себе. Не так ли? Да, это так.
Помнится, ты говорила несколько раз о том, что у тебя когда-то бывало общение с собой. Да, и после такой молитвы я уже ощущала себя хуже. Потому что ты фокусировалась на проблемах, так? Да, я думала, что не могу войти во дворы Божьи, пока не исповедуюсь в своих грехах. Я отождествляла себя с грехами. Я думала, что если буду отождествлять себя с ними, то не буду делать их снова. Но на самом деле все иначе, все наоборот. Чем больше ты отождествляешь себя с грехом, тем хуже становится в этой сфере. Нам необходимо перевести свой взгляд на Иисуса. Да, мы отождествляем себя со своими проблемами, размышляем над своими проблемами. Мы думаем, что молимся, но на самом деле у нас получается лишь освященная тревога. Мы фокусируемся не на том, и поэтому наши попытки молиться не работают. Все потому, что мы изначально не вошли в дворы Божии. Бог приглашает нас по своей благодати. Это не основывается на том, заслуживаем мы того или нет. Да. Мы приходим в Его дворы по благодати и праведности нашего Господа Иисуса. А когда мы в Его дворах, пребываем в Его дворах, зная о Его любви и о том, что мы Его дети, тогда наши молитвы становятся эффективны. И тогда Господь будет прославлен. Бог больше нашей проблемы. Мы увидим Его любовь к нам, и нам будет легко прийти и получить прощение. Тогда мы увидим, что Он велик, намного больше этой проблемы. Эта проблема казалась нам такой большой, потому что мы фокусировались на ней. Но если мы отвлечемся от нее и обратим свой взгляд на Господа, то Он будет возвеличен, а проблема уменьшится. И тогда нам будет легче молиться о Божьей воле в той ситуации, возлагать свои заботы на Господа. Вот почему это так важно. Мы пока что рассматриваем первую строчку молитвы «Отче наш». Сколько мы должны делать это? Вы должны войти в место мира и покоя, в Божьи дворы. Для этого вам может понадобиться 5 минут на первой строке молитвы, или полчаса. Но прежде, чем перейти к продолжению молитвы «Отче наш», вы должны войти в состояние хвалы и поклонения. «Отче наш, живущий на небесах», мы должны утвердиться в этой истине, понять, что наш Отец заботится о нас, потому что мы Его дети. О, слава Богу! Наша молитва начинается с фокуса от Господа, точнее, на Господе. Мы еще даже не начали молиться, пока мы не отвели свой взгляд от наших проблем, от нас самих, и не начали смотреть на Господа, на источник всего. Вот когда начинается настоящая молитва. Да, ты верно подметила это. Мы поднимаем глаза наверх, к Отцу Небесному, который превыше всего. Мы возносим свой взгляд, и тогда мы можем молиться из нашего положения в Завете. Мы можем молиться, будучи едины с Господом. В противном случае, мы как люди, которые пытаются молиться 5 раз на день. Они планируют часы, говорят нужные слова, надеясь на то, что Бог записывает это, и их слова впечатляют Его. Но так молятся язычники. Мы же должны молиться, как дети Божии, которые, в первую очередь, находятся в благодати. Слава Богу! Молитва начинается с того, что мы возводим взгляд к небу, фокусируемся на Боге, а не на нас самих, возвеличиваем Господа. И я хочу прочитать 33-й псалом, где говорится о возвеличивании. Мы не можем сделать Бога больше, но мы можем возвеличить Его в своем уме, потому что там Он часто кажется нам меньше проблемы. Так работает наш необновленный разум. То, над чем мы размышляем, становится большим в наших мыслях. Иногда мы можем размышлять над мелочами, которые становятся горами. Как же нам тогда возвеличить нашего Господа? Мы начинаем прославлять Его, смотреть на Него, вспоминать Его дела, Его суть. И в 33-м псалме сказано: «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе».
А вы можете подумать, что у этого человека нет проблем, потому что он может возвеличивать Господа. Я же нахожусь под давлением, под атакой. У меня нет времени для того, чтобы просто идти и прославлять Бога. Нет, именно это вы должны сделать. Обратите внимание на 5 стих. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Это человек, находящийся под атакой. Он сталкивается со страхом. Но обратите внимание, что он делает. Он не пытается мгновенно избавиться от страха. «Боже, помоги мне в этой ситуации». Это молитва страха. «О Боже!» Нет, он говорит, «Я буду возвеличивать Господа в этой ситуации. Я отведу свой взгляд от этой атаки, сфокусируюсь на Господе и возвеличу Его». И когда вы начинаете поступать так, да светится имя Твое, внезапно проблема становится меньше, а Господь больше. И теперь вам намного легче поверить и принять Его силу и помощь в этой ситуации. А после того, как он возвеличил Господа, он говорит, «Господь вмешался и избавил меня от всех страхов». Все это происходит лишь после этого. А вот почему это должно быть на первом месте. Другие молитвы не будут работать, потому что все остальные молитвы будут по плоти. Мы будем говорить слова, но в них не будет жизни. Все потому, что мы не вошли во дворы Божии, в тайное место, где наше сердце наполняется познанием благодати Божией. Библия часто говорит о том, чтобы мы вознесли свой взгляд. На самом деле, сам Иисус говорил, «Поднимите глаза». Когда он молился, то в Евангелиях не говорится, что он закрывал глаза. Сказано, что он возносил свой взгляд. Например, в Евангелии от Матфея, когда он накормил 5000 человек, он сделал это не своими силами, а через молитву, через общение с Отцом. В 19 стихе сказано, «И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо». Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Он посмотрел на небо. Он хотел, чтобы они увидели, что он получил это от Бога. Это было естественно для него. В своем сердце он смотрел на небо, и мы должны поступать так же, когда молимся. Я знаю, что это очевидно. Мы должны забывать обо всем. Это похоже на то, когда мы закрываем глаза в молитве. Я делаю это, если могу, и если я не за рулем. Что это означает? Когда я закрываю глаза, это отражение того, что происходит в моем сердце. Я изолируюсь от внешнего мира и фокусируюсь только на Господе. Точно так же Иисус вознес свой взгляд. А вот что Он делал в своем сердце, когда Он искал волю небес. Он возносил свой взгляд к небу. И когда он увидел источник в Боге, он благословил, преломил и раздал хлеб ученикам. И только после этого случилось чудо. Оно случилось благодаря силе, которая текла с небес. Но если вы не возносите свой взгляд к небу, вы не обретаете связи с силой, которая исходит с небес. Если бы Иисус молился по привычке, ничего не случилось бы. Но Он смотрел на Бога. Молитва связывает вас с силой Божьей. Но мы должны смотреть на Бога, и тогда мы получаем. Слава Богу! Благословение, плоды, в которых вы нуждаетесь сегодня, сила — все это у Бога. Поэтому вознесите свой взгляд. Отче наш, живущий на небесах. Есть еще одна история в Евангелии от Иоанна 4 главе, где Иисус разговаривает с самарянкой у колодца. Его ученики пошли в город, иудеи и самаряне не очень ладили. Они не говорили, не пытались свидетельствовать им. Они думали, ох уж эти самаряне, они не готовы. Они не готовы услышать Евангелие. И они вернулись назад. А Иисус тем временем говорил этой женщине. Она пошла в город, все хорошо ее знали. Она рассказала другим, и внезапно все начали идти к нему. Это было в ноябре. До урожая было еще 4 месяца. Фактически урожай еще не созрел, но Бог хотел собрать духовный урожай, души жителей того города. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на Евангелие от Иоанна 4 главу, 35 стих.
Иисус говорит своим ученикам, упрекая их: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва?» Это был обычный взгляд. Они смотрели на обычные обстоятельства. До урожая еще 4 месяца. Нет смысла говорить людям, что там в этом городе не будет урожая. Они еще не готовы. Но когда они посмотрели, то что они увидели в этом городе? Сотни и тысячи людей в белых одеждах, как белые поля, готовые к сбору урожая. Он говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». В том городе было время урожая, но они не видели его. Ученики думали лишь о своей плоти, своих нуждах. Они не видели, какой там был потенциал. А женщина видела, и она собрала урожай в том городе. Мы говорим о том, что вы, глядя на свою ситуацию, можете говорить: «Надежды нет. На этой работе нет шансов. Господь не прикоснется к этому человеку, чтобы тот изменился». Но Иисус говорит: «Возведите свой взгляд. Начните видеть то, что Бог желает сделать, что сила Божия может сделать. И когда вы сделаете это, то увидите, как начнут происходить разные вещи. Слава Богу!» А вот что делает молитва. Она связывает вас с Божьей силой. Есть еще один пример того, когда Иисус поступил так. Когда Он воскресил Лазаря из мертвых, и так отняли камень от пещеры, где лежал умерший, Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Обратите внимание, что, собираясь воскресить Лазаря, прямо перед призывом к Лазарю, что он делает? Он возводит очи к небу. Перед тем, как провозгласить выполнение Божьей воли на земле, как на небе, пришествие Царства, мы должны прийти в Его дворы. Вы должны поднять свой взгляд, увидеть благодать Божию, силу Божью. И тогда вы можете переходить к другим видам молитвы. Иисус возвел очи. Это символизм. Иисус жил на основании времени в молитве. После времени в молитве Он возносил свои очи к небу и видел, что хотел делать Бог в его жизни и через него. Он видел те чудеса, которые должен был сделать, видел слова, которые должен был сказать. Он видел все это и являл это в своей жизни. Все это он получал, глядя на Отца. Мне нравится 120-й псалом, где сказано: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Горы представляют самые сильные вещи в этом мире. Это символы власти и силы Божией. Когда вы смотрите на высокую гору, она говорит вам о силе Божией. Он смотрит на горы. Они вдохновляют его, и он говорит: «Вот какой Бог! Он силен и могуществен, помощь моя Господа, сотворившего небо и землю». Эти горы ничтожны в сравнении с силой Божией. И что же он делает, несмотря на проблемы? Он говорит: «Я обращу свой взгляд на того, кто создал небо и землю». Вот с чего мы начинаем. «Господи, да светится имя Твое». Ты превыше всего этого. Ты мой Отец Небесный. Интересно, что важно то, на что обращен наш взгляд. На чем сфокусирован сейчас ваш взгляд? На ваших проблемах? На вас и ваших ошибках? Или ваш взгляд сфокусирован на самом Господе? Ведь молитва — это когда мы фокусируем свой взгляд на Господа. Мы не раз читали «Бодрствуйте и молитесь». Да. Что это означает? Этот вопрос долгое время не давал мне покоя. «Бодрствуйте и молитесь». Что скажешь? Да, бодрствовать — это значит смотреть на то, что совершает Господь, смотреть на Него, учиться у Него. Раньше, когда я молился, то думал, что нужно делать вот так. Поглядывать по сторонам, на тот случай, если что-то пойдет не так. Я тоже так думала, да. На всякий случай. Но я думаю, что на самом деле здесь совсем другое значение. Да. Интересно, что он не только говорит, чтобы мы молились, но что во время молитвы мы должны бодрствовать.
Бодрствовать — это не закрывать глаза. На самом деле, если бы кто сказал «следи за этим, это ценно, последи за этим для меня», это означает, что мы не должны отводить взгляд от этого. Иисус говорит, когда вы молитесь, ваши глаза должны быть сконцентрированы на чем-то. Я считаю, что мы должны фокусироваться на обычном. Согласна. На самом деле мы должны вознести глаза к небу, сконцентрированно посмотреть на Господа, на Его силу, на то, что Он хочет сделать. Бодрствуйте и молитесь. Слава Богу! Весьма интересно, что Он сначала говорит «Так, бодрствуйте». Так и есть. Бодрствуйте и молитесь. Поднимайте свой взгляд к небу, смотрите на Бога. Узнавайте, что Он хочет сказать. Бодрствуйте и молитесь, слава Богу. И тогда вы начнете видеть, что Бог желает делать в этой ситуации. Вы должны отложить свои мысли и начать смотреть на Господа. Евангелие от Матфея, 26 глава, говорит, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Он говорит, что по плоти вы очень слабый человек. Если вы будете делать что-то по плоти, то будете слабы. Мы должны действовать в духе, бодрствовать в духе и молиться. Это позволит вам освободиться от искушений. Это означает, что Бог направит вашу жизнь. О, слава Ему за это! Также Евангелие от Марка, 13 глава, 33 стих говорит, «Смотрите, бодрствуйте и молитесь. Обратите свой взгляд на Господа». Еще 14 глава, 38 стих того же Евангелия. «Бодрствуйте и молитесь». А теперь Луки, 21 глава. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь». Очень важно, на что вы смотрите, когда молитесь. Видите ли вы Господа? Видите ли вы, как Он отвечает на ваши проблемы? Видите ли вы, как Он движется в этой ситуации? Бодрствуйте и молитесь. Ефесянам 6 глава. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом». То есть мы должны бодрствовать в Духе. Первое послание Петра, 4 глава. «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Мне нравится отрывок из Исаии, 40 глава. Там сказано, «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим, он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, ожидающие Господа, обновятся в силе». Мы переживали подобные вещи, не так ли, когда принимали у себя гостей? Да, когда ты служишь за столом, то смотришь на людей, и то, чего ты хочешь, не актуально. Ты хочешь понять, чего они хотят, и ты фокусируешься на них. Понимаете? Ты фокусируешься только на них. Если ты хороший официант. Да, именно. В противном случае ты занят своими делами. У меня было пару раз, когда я принимал заказ, а потом забывал, что они хотели. Мне приходилось возвращаться и спрашивать снова, все потому что я думал о чем-то другом. Но ожидать Господа значит сфокусироваться на Нем. И когда мы поступаем так, мы обновляемся в силе. Иными словами, мы получим силу от Него. Когда мы ожидаем Его, Он изливает Свой Дух и Свою любовь нам, и мы принимаем их. А затем сказано, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Мы примем силу от Господа, потому что сфокусировались на Нем. Все остальные молитвы начнут работать лучше. Сказано, «Хлеб наш насущный, дай нам на этот день». Как часто мы бежим к Богу, говоря, «Боже, у меня нет времени на остальное. Просто дай мне». Но это не работает, потому что это молитва по плоти. Вопрос не в том, что Бог не хочет дать нам. Просто мы не пришли в Его дворы, чтобы принять. Я вспоминаю отрывок из послания к евреям. Это 4 глава. Там сказано, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость». Мы приходим к Нему. Если мы нуждаемся в прощении, мы можем получить его. А затем сказано «обрести благодать для благовременной помощи». Слово «обрести» весьма интересно. Это слово «еориско».
От него происходит слово «Эврика». Это возглас великого открытия Архимеда. Он воскликнул: «Эврика! Я нашел нечто удивительное!» Это говорит о том, что, приходя в Божьи дворы, мы начинаем видеть разные сферы Его благодати, все то, что Он хочет сделать для нас и дать нам. Мы находим эту благодать, находим ответы в нашей ситуации, благовременную помощь. Эуриско! Мы находим благодать и принимаем ее, потому что смотрим на Него. Обратите свой взгляд на Иисуса и примите, откройте ту благодать, которая есть у Него для вас. Давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы смело приходим к Твоему престолу благодати. Мы видим, что Ты любишь нас, исцеляешь нас, благословляешь нас. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Аминь.